Поменяли. Так, Миша, ну ты ложись. Делаем удержание. Делаем удержание. Ложись на спину. Нет. Делай удержание. Куда ты нёшь дуло? Удержание сбоку. Держишь? Что ты руку нёшь? Делаем удержание. Приготовился. Как? Ходить на тренировки надо. Готовы? Хорошо? Все, бой. Молодец. Ну, что я тебе говорю? Переворачивай, делай бедро. Назад. Держи сзади его. Матей! Время встали, заправились. Встали, заправились. Андрюша, перейди к нему, а ты перейди к Кателине. Кателина, сюда, пожалуйста. Иди сюда. Сюда вот будете 4 матриса ваши. Миша, если ты сильнее его, ложись на спину и позащищайся немножко, уходи, понимаешь? Вот когда играешь в футбол, да, если одна команда слабая, другая сильная, играть неинтересно. Что делается? Переходят игроки, правильно? Сильные туда, слабые сюда, чтобы ровно было. А если сильные не хотят, они, значит, вот слабых 5 человек, а сильных 3 человека, играют 5 на 3. Да, тоже интересно. А ты лежишь на нем? Что на нем лежать? Что интересно? Возьми, пусть он тебе делает удержание, ты будешь уходить и дальше работать. То же самое, Макс. Приготовились, сели на колени. 1 минута. Чемпионат Европы. Хазина! Смотрим, кто чемпион Европы. Удержание, болевой, удушающий. Уже не сопротивляйся, Миша, 1 минута, вперед, вперед, вперед. Кто выиграет? Осталось 40 секунд. Победителя нет. Макс, форму набьет. За корону не боремся. Не вижу, 30 секунд осталось. За шею двумя руками не бери. Переворачивай. Делал? Все, сидел, бегает. Стоп! Не двигаться! Не двигаться! Что ты мне желал такое? Значит, у вас победителя нет. Здесь Макс выиграл, он становится чемпионом Европы. У вас тоже победителя нет. У вас победителя нет. Максим делает удержание. Вот еще один победитель. Максим и Максим. Молодцы, Максим и Матэ. Сели, приготовились. Сели, приготовились, Максим, в борьбе. А теперь я вам покажу один прием. Быстренько, иди сюда, Артур. Артур, быстренько иди сюда. Посмотрите, Артур садится на колени. Берет меня сверху за туловище. Берет, за туловище берет, да? За туловище. Я выхожу, или удержание делаю, или болевое делаю. Все. Еще раз. Если ты борешься, то ты не падаешь. Посмотрите дальше. Не падаешь. Оставайся на колени. Руки оставь. Видите? Раз, раз. Что я делаю? Болевой. Поэтому за туловище со стороны брать опасно. Ты любишь за туловище брать? Вот болевой, нет проблем. Я даже могу по дурачка сыграть. Ой-ой, ты раз за туловище, тебе хоп. И болевой. В любую сторону. Готовы? Европа! Хаппе! Спасибо.
Держи, держи. Держать, Саша, ручку, ручку держи, ближнюю, ближнюю, ближнюю. А сам на колени садись. Ближнюю ручку держи на колени. Кто примеряется? Здравствуйте. Макс, чемпион Европы. Шендри, чемпион Европы. Там чемпион Европы. Встали, заправились. Да, да, Даниэль, Кристиан, еще раз, не можешь выиграть, не дай ему выиграть, защищайся. Ну это как, уперся здесь, да, то есть постарайся, то есть уйди в партер, иди в низкий партер, головой к нему, делись борьбу. Итак, чемпионат мира. Готов, Сашенька? Сразу в низкий партер. Уходи на живот, Кристиан. Ку-ку. Раз и все. Между ног его. Через себя, через грудь его. Шель. Не двигаемся. Макс сказал, не двигаемся. И тебе сказал, не двигаемся. Ты отпустил. Сядь на колени. Сядь на колени, отпусти его. Отпусти его. Почему? Потому что сказал, что? Так. Макс, слушай. Сказали, что? Не двигаться. Раз ты двигаешься, тебе замечание шида. Значит так, здесь ничего нет, там хорошо, молодец, волевого еще нет. Артур выиграл, ну что он делал удержание, я видел. Здесь Максим выиграл. Ну, спасибо, где? Сказал сидеть, значит сидеть. Я что, зря стою, что ли? Здесь ничего нет. Это не удержание, ты лежишь на спине. То есть он... Спорить, еще раз я говорю, с тренером не спорить, блин. Как сказал, так и есть. Любите ли поспорить, блин? А потом все равно, как я скажу, так и получается, блин. Так, чемпионат мира уже прошел, последние олимпийские игры. Пожалуйста, Сашенька, перейдите туда дальше. Ну, здесь я даю вот так. Даю 3 минуты. Если ничего не будет, значит ничего не будет. Кто выиграл? Просто встает и говорит, Александр Анатольевич, чем выиграл? И садитесь, все, отдыхает. Я только сейчас поставлю или подъедем? Вот смотрите. Что значит по самому? Можно удержание, если... Нет, давайте мы сделаем так. Под сюда. Сделал удержание 20 секунд, чистая победа. Сделал удушающий, чистая победа. Сделал болевой на руку. Чистая победа. Сделал болевой на ногу. Дисквалификация. Приготовились. Сейчас подсюда. Постарайтесь не проиграть. Вот смотрите, ребят. Постарайтесь не проиграть. Не можешь выиграть? Не проиграть. А если проигрываешь, так чтобы свой противник обосрался, чтобы он мокрый весь был, толстый, блин. Макс, стоп, я извиняюсь, только Макс. Все борются, Макс. Еще раз сели, отпускай Кристиан. Возьми одной рукой за пояс, борешься одной рукой. Кристиан, на колени! Двумя руками он одной борется. Хаджина! Саня, я что сказал? Лечь! И сбоку, дави его, души его, блин. За предал ты! Выиграл, все, сидите, отдыхайте.
Саша, как на него сверху глядь. Вот смотри, проиграл схватку. Ну ты чипанёк. Саша, помни, это не возьмёшь. Голову между ног. Голову между ног, Катарин. Голову между ног. Между ног и на колени садись теперь. Иди, иди к нему, к нему, к нему. Сядь на колени, иди к нему. Голову между ног. Молодец. Голова между ног, уже прошел. Все, ушли, Сеня. Макс, олимпийский чемпион. Катерина, сидите, Макс. Да. Так и держи, так и держи, его не отпускай. Ну, еще минута осталось, он не выиграл, и ты не проиграл. Уходи, Саня, уходи, блин. Ляг на него, на живот, животом ложись, Миша. Хорошо, 30 секунд осталось. Молодец, Андрюха. Он. Он. Выиграл. Время! Маты! Итак, Макс у нас выиграл, Буга выиграл, этот Буга, Миша, когда душишь под дзюдо, сразу здесь подъем, то есть отсюда надо душить. Саш, почему ты, когда делаешь приемы, ложишься на спину? Если лежишь на спине, в драке лежишь на спине, значит на животе еще хуже. То есть, что ты ложишься на спину, да? Вот ты проиграл. Вот он лежит на животе, ляг на него сверху и души, пока он начнет подниматься, задушит. И все. Так, здесь Максим выиграл, а здесь ничья. А здесь, можно сказать, Андрей выиграл у тебя, у которого ты сильнее сыграл. Ну, потому что он не проиграл, поэтому он выиграл. А ты не выиграл, потому что проиграл, потому что ты у Андрюхи проиграл. Как правило, я один раз выживаю, а можно... Ты сравниваешь его с собой? Я только что... Это все равно, что борется Артур Максим. Вот так ты с ним. Понимаешь? Он для тебя не должен быть соперником. Ты его должен щелкать, как орешек. Вот ты должен его должен щелкать. А ты борешься с ними, не можешь иногда у них выиграть. Ты должен выиграть за счет, я уже не говорю силы, за счет умения правильно бороться. То что ты хотел сделать? Полевой. А зачем? Удержание. Вот надо делать сначала удержание, а потом болевой. Он лежит на спине, держит ноги, если ты хочешь лежать. Он тебе болевой делает. Ну раз, два, нога должна работать, значит, зайди со стороны головы, возьми и ляг на него. Он устал, все, руки держит, потом руки упали, все, ты убежали делаешь. Все! А ты болевой хочешь сделать? Удержание оно всегда считается, всегда. Ты начал, оно уже считается. А болевой удушающий можешь попытаться сделать, просто пытаться сделать, оно не считается. Вот оно у тебя, и понимаешь, из-за того, что ты неправильно последовательно сделал. Хочу болеть. А зачем тебе болеть? Я удержание, сделал удержание. А потом скажи, можно еще поболеть? Вот, пожалуйста, еще поболеть. Тебе, Саш, ты берешь, хочешь переворачивать, переворачиваешь и ложишься на спину. Что это за переворот? Это на... Я не могу понять. Ты хочешь перевернуть, так ты стой на коленях, переверни, пусть он на спину ляжет, а ты на коленях. А если на спине лежишь, а он на коленях, то, конечно, он выиграет. Так. Сейчас. Миша, иди сюда. Значит, еще раз показываю. Значит, сейчас мы делаем, немножко чуть-чуть. Без движения, без ничего, рука сверху, видите? Я думаю, лучше захватим. Одна рука сверху. Одна сила. Дальше что? Чуть-чуть руку поднимаем.
делаю шаг, шею, подворачиваюсь, оп, и делаю просто аккуратно через бедро. Вопросы есть? Вы, ты и Кристиан, берете чучело и по три раза чучело бросаете. Пожалуйста, приготовились. Встали, приготовились. Да. Правильно, Андрюха, отработка идет с тем партнером, с которым у тебя очень хорошо. Ты можешь туда перенести? С тем партнером, с которым у тебя все хорошо. Ты можешь сделать идеальный бросок. 1000, 2000. Все через бедро. Да. Отработка одно, а борьба там уже другое. Сначала больше. Пошли. По три раза. А ты не помнишь, что я показывал? Помнишь, когда ты делал сзади, держал руку снизу, он тебе делал через грудь. Одна рука снизу, одна за шею. Мах, там камера туда, с той стороны. Ну, чтоб камера видно было, Кристиан. Так.